Доброе утро. Приготовим завтрак. Завтрак. Что у меня есть? Я здесь разбила 3 яйца. Сейчас добавлю к нему молоко. И типа омлет сделаю. У меня еще есть щавель. Я его добавлю сюда. Так, немного соли. Немного молока. Вилкой перемешаем. Кстати, когда делаете омлет в духовке, не взбивайте его венчиком, потому что разобьются все волокна яйца, и он потом упадет, когда вы его достанете. А когда вилочкой вот так вот буквально перемешаете, не так уж сильно и много не взобьете, то он будет крепенько держаться. Так. Я хотела шпинат положить, по сходу не нашла белого у меня там. Поэтому делаю щавель. Немного, чтобы не было прям кисло. Можно сказать, буквально он у меня здесь разморозился. И все, и заливаю. Яйцо с молоком. Крышка маловата у меня. Ну ладно, пусть так стоит. Небольшой кусочек тирамису еще остался. И Женя нам пирог отдавал. Я забыла, грушевый что ли. Забыла какой. Сейчас я его подогрею. Они там что-то вообще ничего почти не едят. Пойдет коробка у меня разогреть проволочку. Чуть-чуть добавить. Немножечко так. Раскрышки нет, придется слегка помешивать. Чашечки. Пирог согрелся. Это, оказывается, творожный пирог. Это, как, знаете, так, это тарталетка такая творожная. Видимо, там еще начинка грушевая. Вот он такой. Разогрела. А когда это надо принести? Позавчера еще. Они там вообще что-то ничего не едят. У нас тоже вообще уже полный холодильник на самом деле. Мы тоже не успеваем есть. Дома нет у нас. Нас дома, можно сказать, они не находятся. Мы приедем, что-то быстро перекусим и слово хоть. Вот и сегодня поедем.